Привет! Сегодня будет мастер-класс по изготовлению кашпо из коры дерева. В первую очередь необходимо хорошо просушить кору и покрыть ее лаком. Я покрывала эту кору в 4 слоя. Лак я использовала самый обыкновенный. Он хорошо наносится равномерно на поверхность и быстро высыхает. Кроме того, нам понадобится термопистолет, цветочные горшки, 2 цветочных горшка, декор в виде оформленной бутылки с ракушками, монетками. Ее, кстати, тоже оформляла сама. Если кому будет интересно, сделаю мастер-класс. Кроме того, я буду использовать в качестве декора вот такие вот светодиодные гирлянды. Они очень яркие и красивые. Вечером будут радовать и детей, и взрослых. Кроме того, понадобятся 2 картонки. Я оформила их обоями виниловыми. Возможно, понадобится степлер как вариант. Ну, в принципе, все. В первую очередь нам необходимо вклеить картон в дерево. Для этого берем термопистолет. Он у меня уже разогрелся.
Итак, вот такой вот кашпо у нас получилось. Делать его достаточно легко, главное запастись терпением и просушить кору. А все остальное, в принципе, на вашу фантазию. Можно использовать искусственный или сушеный мох, тогда композиция будет более гармоничная. Можно использовать различные вставки декоративные, как в цветы, так и на картонке, которую я поместила между цветами. Ну и, конечно же, все-таки самый волшебный вид приобретает композиция после установления вот таких вот светодиодных лампочек. Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, буду очень рада. Пока-пока!